Что там у вас? А я же вас помню. Вы же Прошкин. Он самый. Да. Я вас на всю жизнь запомнил. Это же вас тогда ко мне с лампочкой во рту привезли. Да? Мы тогда всем отделением ржали. С приятелем тогда поспорили. Вот я ее в рот и засунул. Кто ж знал, что ее оттуда достать нельзя. Ну, я надеюсь, вы себе больше подобных глупостей не позволяли. Да не, ну, что я дурак, что ли, лампочку опять в рот засовывать. Хвалю, молодец. А сейчас что? Садитесь, рассказывайте. Да не, я лучше постою. А что такое? Да, мы тут с приятелем опять поспорили. Я постою.